предыдущей серии. Робби в свой день рождения первый раз вылечила всех смертельно раненых и больных эльфов при помощи силы Ледяной Лилии, на что полуведьмы обратили внимание. Однако, одна из полуведьм не выдержала розыгрыша Сардоникса и Топаза, при помощи которого братья отбили у нее желание отобрать у Робби силу Ледяной Лилии. Земноводные. Четырнадцатое апреля 22-го. Что происходит, мои гонки? Матильда, почему эти растения так безобразно себя ведут у меня в комнате? Спокойно, Чак, дай мне разобраться, почему ты на Матильду кричишь. Все начиналось с того, что я решила провести эксперимент с крышеванием растений. Для этого я взяла тени любимого растения. Каждого из вас я попросила спрятать семена у себя в шкафах. Я не думала, что получится вот так, что растение устроит бардак в нашей квартире. Я разрешила ей занять растениями место больше обычного. Поскольку я пригласила вас на этот остров, я также решила помочь ей с растительностью. Что в этом плохого? Что в этом плохого? Они давно уже сожрали мои деревяшки, которые я должен башкой пополам сломать. Тоже мне все эти дела. Ты что? Я боролась с Арахной, Вольфой и Тарантулой. Это было совсем сложно. Я знаю. Извини, Робби. Не волнуйся, Чак. Возможно, ты просто нервничаешь. Ты говоришь мне не нервничать? Ладно. Я разрешил Матильде поставить кислицу на мой подоконник. Это еще ничего. Но потом она решила поставить под разбор мой сундук, блин! Это акнелегия. Да какая разница? Она просто тупо выпала оттуда и сломала мои вещи! Бедные мои деревяшки! Не желаю дальше спорить. Пойду спрошу Реда, как дела? Он же не жалуется. О, привет, Бом. Не видел ли ты Реда? Нет, я не видел его с утра. Что тебя взволновало? У вас с собой были проблемы с растениями? Я не понял. У нас в комнате есть растения? О чем ты? Дело в том, что я попросила вас с собой подержать семена растений в темноте. Матильда! Ты мрак сидит! Как он в шкафу оказался? Руби, отойди! Ну, наконец-то! Я искал пару брюх, когда это ползучее чудовище схватило меня! Эд, я не знала, куда ты подевался, и спросила об этом Матильда еще вчера. Бам! Ред просидел в шкафу целый день, а ты ничего не заметил! Я вообще-то не привык лазать по чужим шкафам! Дебилы-то! Хорошо, я не буду злиться. Но я хочу знать, что за семена ты мне дала! Как сказать, 3С! 3С? Что это значит? Секвоя Сепролевера Свифта. Чего, блин? Я не знала, что эти семена просто так просто. Клянусь, я не знала. Ладно. Не буду ухудшать ситуацию. Не надо нервничать. Но теперь моя очередь кое-что попросить, Матильда. Я думаю, что все растения должны уйти из нашей квартиры. Ладно, я уберу из вашей комнаты растения и уйду на озеро Лотоса. Но зачем? Квартира не годится для экспериментов. Ведь от меня вечно идут проблемы. Но мы не хотим, чтобы ты попала в беду. Верно, ребят?
понимаете, мальчики, Матильда старается изо всех сил, чтобы узнать о свойствах новых и известных нам растений. Она помогает нам знать, что опасно, а что нет. Руби, мы все потихоньку осваиваем этот остров. Но когда мы исследуем новую локацию, мы не ломаем ее вещи. Угу. И мы ее не душим. Перестаньте! Не надо так давить на нее! А? Матильда сама решилась исследовать новую локацию растений, которые растут там. Я обещала помочь ей. А на моей родине принято держать обещания. Девочек лучше не злить. Но я же ничего не делал. Брат, эти разъяренные сурики сломали мои вещи. Я тебе сочувствую, Чак. Зато в этом случае тебе повезло больше, чем мне. Я не смог выбраться из шкафа. Нахрен эти незнакомые семена утащат куда-нибудь. А если серьезно, девочки без нас денутся не весь куда. Нам надо с ними помириться. Ред отдает своих детей Топазу на время по уважительной причине. Сердолик – символ триумфа. Когда полуведьмы на весь остров озлобились и напали на украшенных, она была известна своими отвагой, доблестью и честью, вела всех союзников к победе и спасла свой народ от полного исчезновения. Сапфир уважает ее даже после ее смерти, и пусть памятник вселит смелость в сердца островитян. Погибла в бою. Спи спокойно, Сердолик. Пусть твоя жертва не будет забыта. Девочки, подождите нас! Руби, может, не будем ссориться? Мы поможем вам в походе. Я обещаю. Возьмите нас с собой, пожалуйста. Бывает, милый. Мы возьмем вас с собой. Может, держаться вместе не так страшно? А вот и озеро Лотоса. Подводные горы земноводных. Оно чересчур глубокое! Я точно не выдержу это хождение по воде! Не обращайте внимания! Он просто не умеет плавать. Бедненький. Перенервничу, дружище! Ага, все в порядке. Я послежу за тем, чтобы ты в воду не упал. Упадешь, вытащу тебя из воды. Ты ведь доверяешь мне? Твои комментарии неуместны, Боб! Между прочим, и твой прикид тоже! Это ж болото, а не показ мод! Боб, иди сюда! Всю грязь смывать буду! Ну ладно. При чем тут это? Мы злые птички, и мы... Чак, ты в порядке? Я совсем не в порядке! Я задолбался и весь грязи! Да и когда мы найдем этот дурацкий цветок? Чак, тише! Нет! Я не хочу молчать! Ты сказала, что мы найдем! Тише, говорю! Посмотри, вон там! Кто-то бегает по воде! Ух ты! Рэд, они такие красивые! Да, и такие ржачные. Кто здесь? Бежим отсюда, Яшва!
как раз интересное редкое растение. Но я не знаю, где оно находится. Мне нужна ваша помощь. Ух ты! Камни озера означают жизнь на воде и солнечный лучи сквозь листву. Вот это да! Матильда! Нам же сказано не собирать камни здесь! Знаю. Я просто решила посмотреть. Не знала, что зачарованный остров окажется таким волшебным. Я прям чувствую прилив силы. А вы что-то чувствуете? Ага! Смотрите! Кто-то там под водой! Эти эльфы могущие под водой? Чак, это земноводные. Такие эльфы могут принимать облик живущих под водой животных. Рыб, лягушек и аксолотлей. Ты даже не представляешь, где мы с Яшмой были и что мы там видели, Венера. Я вижу пока трех. Это Радахросит, Яшма и Кварц-Волосатик. Возможно, Венера. Извините за беспокойство, маленькие сухопутные. Но у нас есть серьезная проблема. Ее величество Демартирит нуждается в помощи. Надеюсь, вы не против нам помочь? Угу. Надо же, Венера! Ты привела сюда пернатую милоту. Прошу принять их как гостей. Они здесь новенькие, явно не местные. Приветствую вас, маленькие иноземцы. Я вас первый раз вижу. Что привело вас сюда? Здравствуйте. Нас на этот остров привел наш вожак стаи. Его зовут Ред. Он молод, но ответственен не по годам. А что случилось с твоим глазом? Это неприятное прошлое. Не буду даже объяснять. Мы приплыли на зачарованный остров, чтобы жить спокойной жизнью, но явно не учли о здешней опасности. Ты права, малая. Опасность может быть повсюду, так что будьте всегда начеку. Только что узнала, что вы устроили жить у украшенных. Небось, принцесса Сапфир сильно ждала вашего приезда. Угу. А что насчет данной цели? Я как раз решилась найти очень интересное редкое растение. Мне очень нужно знать свойства растений всего острова, чтобы мои друзья не попали в неприятность, так как мы здесь впервые. Очень хорошая мысль. Мы дадим нужное тебе растение. Но для начала я попрошу вас помочь нам. Моя дочь Лазурит отправилась гулять и, увы, пропала. Возможно, нас терроризирует гигантская черепаха, которая не раз пугала мирных жителей. Все они спрятались по домам. Не могли бы вы найти мою дочь и вернуть домой? Не волнуйтесь, ваше величество. Я думаю, мы справимся очень быстро. У нас есть дар украшенных, и мы превратимся в фей. Вы готовы, друзья? Мы с тобой в деле, Руби! Замечательно! У нас есть кое-что особенное для вашего лидера. Я не знаю, как ты берешь под ним пером. Возьми свое однорубое, оно точно тебе поможет. Оно и все красивое, тебе точно понравится. Ну, спасибо.
Я посмотрю, на что это оружие способно. Так и быть. Будет называться кровавым ветром благодаря узору на веере. Нифига! А я так и не вмо придумал название. Блин, мне что-то стало страшновато. Я не знаю, как выглядит эта черепаха, но... Знаете, что я подумал? Королева говорила, что монстр огромный, а мы эти нее маленькие. А значит, и мы должны быть осторожны. У нас есть главные характеристики, чтобы самим выйти из ситуации. В этом же есть смысл? Что не так? Чак, обернись! Черепаха, уйди отсюда! Удай колбасу! Что ты наделал, долбоящер? Я видел, Матита активировала барьер, но она точно долго не продержится. Руби, поскольку вода твоя стихия, ты активируешь водные пузыри. А в это время я, Чак и Бом спускаемся под воду, окружаем чудище и вытаскиваем оттуда Матиту. Как ты думаешь, милая, есть ли шанс одолеть это чудище? Я думаю, что схватки с ним вы выжите вот такой вероятностью. Больно маловато. Что ж, меня это не радует. Меняем тактику быстро. Я иду первый и отвлеку чудище на себя, чтобы Чагу и Бобу не пришлось париться, теряя с ним. В то время, как Чаг быстро ворвется и... Понял, давай начнем. Лерой Чагин! Ё-моё, он взял и сбежал, дурачок! Придерживайся плана, вперед! Ну ты дурак, Боб! Ты только разозлил это чудовище! Из-за этого мы чуть не сдохли! Надо было думать, прежде чем делать. Я, может, и дебил, но я сделал своего друга! Да, удар колбасой это было нечто! А? Чак? Какого хрена? Чак, побери! Чак, ты идиот! Как вы умудрились пораниться? Мила, это тоже в порядке? Вот еще одна. Чак, ты так туп, как пень! Ты дебил! Если бы ты слушал меня, ты бы остался в живых! Зато достали чем-то растения для нас всех. Опа-на! Сразу проходят! Рэд, я не такой тупой, как ты думаешь! Прости, я с перепугу ругался. Я ужасно боюсь потерять вас всех! У меня еле крыша поехала! Да и тут неприятность похожа. Пошли искать принцессу Лазурит. Вот и следующая опасность, к которой только Матильда подготовилась. Ничего не слышу. Рэд? Чак? Боб? Ай, блин, нет! Почему мои товарищи не встают? Руби! Матильда, она здесь. Руби, ты нашла цель. Ого! Спасибо большое, Матильда! С возвращением с сонной страны! Я все поняла! Смертельный запах исходит от этой красной ивы, около которой спит земноводная принцесса! Ну что, давай увеличим купол!
раз. Похоже, карма сработала, Бом. Хорошо в сторону. Мальчики, это нас Матина спасла. О, привет. Ты принцесса Лазурит, верно? Да, добрый день. Я знаю, что вы пришли ко мне. Обладаю телепатией. Я практически не помню ничего, кроме как я отправилась гулять и случайно наткнулась на черепаху. Неудивительно, что я попала на панцирь этой черепахи. Но она на самом деле тут ни при чем. Ею управляет Красная Ива. А Красная Ива – настоящий источник бензиноводов, из-за которой черепаха бесцельно скитается. Я так боялась, что я засну и больше никогда не проснусь. Это было вчера. Бедненькая девочка, натерпелась. Не волнуйся, мы вернем тебя домой. Не случилось? Надо разобраться с этим злым деревом. Ах ты, негодник! Я тебе такую трёпку устрою, что от этой ты оправишься еще не скоро! Иди твою налево! Надо сжечь корни! Бом, сейчас мы тебя швырнем! Ты взорвешь эту дрянь! Я готов, драгоны! Попай! Ой, спасибо, что спасли меня. Да не только меня, но и эту черепашку. Думаю, мама волнуется и ждет меня. Мама скажет вам спасибо, что избавили наш народ от террора со стороны чудовища. Матильда, не зря мы с тобой лучшие подружки. А то! Чак, Бом, вы настоящие дебилы. Но вы мои дебилы, и я вас никому в обиду не дам. Тёмор Тирин, королева земноводных, ждала. Наконец-то Лазурит возвращается к ней. И там поблагодарила птичек за спасение ее дочери от заклятия Красной Ивы и успокоение чудовища, которое как раз удалилось далеко. Вот она, кровь Хрисопраза. Такой цветок Хрисокола назвала в честь своего отца. Он тоже защищал зачарованный остров наравне с украшенными. Хризопраз пал с честью так же, как и юный Гердоник. Мы тоже чтим умерших, даже если нам повезло больше. Такое растение обладает лечебными свойствами. Оно не раз спасало жизни островитянам. Думаю, оно поможет и вам тоже. Матильда обещает своим друзьям, что для растений будет занимать только свои пространства, не беспокоя никого. В следующей серии. О нет, у Реда и Руби закончилась еда, и теперь им нечем своих детей кормить. Еще и у Боба живот заболел. Птички знакомятся с одним из хищников, чье имя Киновар. Киновар работает торговцем продуктов и зелий. Однажды Киновар решил продавать и птичкам все, что нужно, бесплатно. Bye.